Русский дуэт «Тату» известен теперь во всем мире. По количеству наград и первых позиций в мировых чартах их вряд ли в ближайшее время сможет догнать какая-либо другая российская группа. Среди этих наград, кстати, есть и приз VMA 2001 года в номинации «Лучшее российское видео». В последнее время «Татушки» даже стали отказываться от наград и выступлений на церемониях. Впрочем, кажется, они лукавят. Ну кому, скажите, неприятно, когда его награждают? Сняла, когда первый раз в Нью-Йорке были. Хотя голову сняла. Я не стерла ленту. Знаешь, я не стерла это. Не песни на английском языке. Вот, это для... Ну, расскажи. Что я все сижу, говорю. Ты любишь говорить. Мы писали припевы наших самых популярных двух песен. «Я сошла с ума», «Нас не догонят». На английском языке припевы для Германии. И на немецком языке «Нас не догонят». Ну, тоже припевы. Да, ну, только припевы. «Nichts kann uns stoppen». «Nichts kann uns stoppen». «Nichts kann uns stoppen». «Nichts kann uns stoppen». До сих пор забыть не могу. Да, это же самое.